Всем здравствуйте! С вами «Главные новости». В этом выпуске мы расскажем о том, под какими стартовыми номерами российские биатлонисты отправятся в гонку. Стали известны стартовые номера биатлонистов на спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Начало гонки состоится в 21:15 по московскому времени. Итак, Евгений Гаранчев начнет гонку первым из россиян. Он получил второй стартовый номер. Эдуард Латыпов будет стартовать 12-м. Александр Логинов уйдет в гонку 18-м. Александр Поварницын будет 24-м. Сергей Коростылев будет 42-м. Юрий Шопин 77-м. Лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Бё будет стартовать 31-м. Напомним, что этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити завершится 17 февраля. А мы желаем всем российским биатлонистам здоровья, успехов, радости, позитивного настроя и ждем от них новых побед. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на наш канал. А с вами были главные новости.